Дело дрянь. С их-то защитой нашим обычным трюком не сработать. Я помогу. Каков твой план? Ритуал. Он скроет корабль. Наверное. Ритуал? Да, она в этом деле мастер. Наверное. Что? Так, минутку, постой. Что для этого нужно? Нужна жертва. Твоя рука как раз подойдет. Стой, что? Я пошутила. Идите за мной. Дайте мне сил, сестры, мать, дайте мне сил. Маскировочка. Эти ее штучки работают. Какие у нас шансы? Ставлю на тебя, парень. Ну обнимитесь вы, ну я бы обнялась. Пойдем, друг. Как будем внутри, я возьму на себя их защиту и собью их датчики, чтобы богомол нас вытащил. А ты найди Голокрон. Зачем разделяться? Я чувствую, жизнь каждого ребенка из списка на кону. Что бы ни случилось, что бы ты ни увидел. Обо мне не думай, просто бери и уходи. Крепость уже рядом. Пора. Вот это да. Я уж подумала, мы без беды. Тебя не жалеет, так дроида бы маленького пожалел. Тут красиво. А куда нам надо? Там лава. Шлюзы 8 чисто. Только послушай, как капает. Эй, штурмовик, как ты держишься? Я бы каждые 5 минут в уборную бегал. Эй, слышишь? Да. О чем я и говорю. Вольно. Да. Ну ладно. Огонь по готовности. Сейчас. Ты пожалеешь об этом. Ah!
Давай, останови меня! Кэл, ты там? Да. Рад тебя слышать, Царь. Я выяснила, где Голокрон. Принимай координаты. Принял. Идем дальше. Далеко. Она твоя, Биди. Ой, здравствуйте. Ой. Сам бы попал, такой умный, главное, попадите по нему наконец. Понятно, понятно, спасибо. Фух. Кто там прячется? Ай, ребят, застрял. Враг убегает. Прими свою А чё это его приложило? Ой, бродяга, привет. Ну хорошо. Блин, с одной стороны хорошо, с другой стороны грустно. А у этого дроида мужская озвучка. Мне нужна минута. Ловкий ответ. Блин. Сэр, я тут закончил, но дверки меня заперли. Идеи будут? Кэл, найди приборный отсек. Есть план. Кажется, я уже там. А что тут с этой штукой делать? Тянуть? Она не тянется. Выручи, друг. Отлично. Офигеть. Изи. Не знаю, что мы включили. О, видишь, беди. А. Вроде бы сработало. Глянем, что там. Впечатляет.
Как мы это сделали? Я отключила щиты на внешней стороне крепости. Затопи базу и плыви к центральной башне. Вот это задача. Да. Удачи. Можно поподробней? Понял. Пойдем, веди. Выглядит не очень прочно. В смысле? А мне не дает перепрыгнуть. Ага. Ага. Чего? А как? Обернуть мы выбраться не можем. Купаемся, беги. Держи. Вот так. Вот так можно, оказывается. Нет, выбраться из окна. Блин, я карту не посмотрела. Я как пойму, куда мне нужно плыть? Я вам что, умная, что ли? Как я пойму, что от меня хочет игра? Вот как? Тебя будем? Имперский дроид астромеханик. Он восстановился? Должен был. Уже если рядом. Не восстановился, значит сильно не хотел. Пора с ним покончить. Там нету этих есть. Даже так. Ты куда убежал? А куда он убежал? Зайка моя, ты где? Умашнил. Иди, нам нужно попасть туда. Восстанавливаются враги, а он всего лишь был простым механиком. Но вражеским. А чё это тут происходит? Чё ты хотел? Твою участь предрешена. От нас не скрыться. Ты истечешь кровью. Блин, а чего блок опять не ставится? Подкинь один, беги.
Я сотру тебя в порошок. О, и сильный удар по ним не проходит. Он мой. Только я, Джедай. Ловко. Никудышно. Вау! Хорошая работа. Имперская додзи... О, 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 о. Тебе не убежать! Мы тебя сделаем! Он мой! Сюда! Скорее! Он слишком быстро для нас! Да. Целостность нарушена. Мне нужно время! Прикрой меня! Бросай Стим! Враг производит ремонт. Удерживаю противника. Инициирую атаку. Он уклоняется. Джедай серьезно ранен. Попал по цели. Бесполезный человек. Ты пожалеешь об этом. Вражеские астромеханики. Пристрелить его. Ладно. Не упускать его. Никак не понимаю. Осторожно, он быстро. Стим, пожалуйста. Что здесь происходит? Слишком рано. Что здесь происходит? Это будет бесконечно или что? Или я что-то не поняла? Или я что-то сделать должна была? Беги, давай, Стим. Кому-то пора мне помочь. Мы заставим тебя заплатить за это. Блять. Один? Нет. Это будет. Тебе от меня не уйти. Почти попал. Все, можно помедитировать. Сюда. А в смысле? Они установятся, если помедитирую, нет? А в статье спокойной ночи. Че сейчас, вот сейчас что будет? А? Уважаемая дверь, знакомьтесь, Биди один. Вау. Ну, рискни. От судьбы не уйдешь. Что, боишься? Тут все закрыто. Да уж, да уж.
чувствую гнев Империи! Все? Мы должны его остановить! С этим справлюсь. Ты ошибаешься. Меня. Хорошо. Куда? Непонятно, все красное. Фух. Камеры, камеры. Теперь это все. Он сам. Я рядом, но за закрытой переборкой. Рядом с тобой. Нехило. Прям в писюн. Это впечатляет. Ты как? Это впечатляет, вот он тоже так сказал. Обо мне не волнуйся, миссия важнее. Но как же приятно тут все разрушать. Нас держали в этой тюрьме. Жаль, только спасать здесь уже некого. Мне жаль, что мы сюда вернулись. Как и мне. Но разве у нас был выбор? Понимаю. Нам надо идти. Да, быстрее закончим. Видишь следы Триллы? Нет, пока нет. Они держат голокрон внутри камеры для допросов. Это самое надежное место в крепости. Открываю тебе путь к голокрону. Отыщи голокрон. Я с ними разберусь и присоединюсь к тебе позже. Окей. Похоже, это турболифт. На нем можно выбраться. Цитадель крепости. Уже близко. Эй, беди один. Ты хороший друг. Впервые вижу такое. Продвинутые технологии даже для Империи. Их сломали. Избили. И обратили к темной стороне. Но особо нечего восстанавливать, но на всякий пожарный. Недолго она будет закрыта. Здорово. Бля. Чё творит? Хватит бегать. Бой, отбой. Эй,
Эй, друг, Стим! Что-то плохо я ее бью, очень плохо. А я как от этих вещей уклоняться, я до сих пор не знаю. Что не дождусь, вручу твою голову. Подкинь один, беги. Подкинул. Фух. Мэ. Прыжку. А. Это ничего не изменит. Да блин. Тебе не уйти. Сюда, друг. Да блин. Я так не могу. Иди. Им никогда не стоило в тебя верить. Нормально, нормально. Не нормально. Да блять. Нужна помощь, приятель. Что-то быстрое. Я не понимаю вообще, как ее бить. Она все крутится и крутится. И одни красные атаки. На помощь. Стой на месте. Так я тоже крутилась, а у меня чего не получилось? Эй. Блин, бесит вот эти красные атаки. Стим, пожалуйста. Просто невозможно. Да. Эй, приятель. Все, я буду сейчас сложность снижать, это невозможно. Тебе не победить. Давай сюда, друг. Да я не успела. Это конец. По домам. Какое-то избиение младенца.
Трила, я видел, через что ты прошла. Знаю о твоих страданиях. Еще не поздно простить. Простить? Моя боль придала мне сил. Я знала, что ты придешь за ним. А спасибо. Тебе не выбраться отсюда живым. Ты пожалеешь об этом. Джедаям никогда не победить. Обожаю. И история. Мне просто расскажите мне историю. Пожалуйста. Спасибо, Ста. Сейчас я ее на самой легкой не смогу убить. Вот чекайте. Тебе не победить! Да заколебала она бить вот этими, блин, атаками жопными. Уже палит не работает, я не могу вот это делать. Никакой точности. А ну вернись! Поплатишь. Долго ты не протянешь. Беди, сюда. На помощь беди. Так вы просто сейчас разрушите все. Но... Голокрон у меня. Это мой шанс. На что? На что? Трила, не будь плохой, будь хорошей, пожалуйста. Все кончено, Трила. Это так? Еще не конец. Этот бой окончен. Я знаю, что тьма поедает тебя изнутри. Но каждый день мы выбираем, накормить ее или гнать. Все это зря, Цере! Нет, не зря. Я понимаю, что мой выбор лишил тебя права выбора. И я подвела тебя, Трила. Я подвела. И мне ужасно жаль. Как же я ненавидела тебя.
подвела меня, инквизитор. Отомсти за нас! Я сейчас с ним драться должна? Будет разумнее сдаться. Да. Пожалуй. Да? Пожалуй. Хорошо, что я на самой легкой сложности сейчас. А, да, вот так, да? Чё прицелиться? Чё, целюсь? А чё делать-то? Целюсь. Бежим скорей. Ага. Берегись! Там турболит. Бежим. Вау! Спасибо! Не за что. В смысле? Она мне... Ау! Упс. А... Ой. Давай, беги, беги, чё ты не бегишь? Прям дышит прям. Куда-то в район шеи. Чё, пусть, пускай, давай, давай, Дуем отсюда. Дуем. Давай. Я думала, беди сделает. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Дарт Вейдер. Вот. Про него можно прочитать. Грозный темный лорд ситхов, загадочный поборник империи. Мы оторвались. Собрать голокрон. Я-то в порядке. Где? Сэры. Мы его... Я не подведу. Откуда? Что? Не отвечают. Ответит. Я в этом уверена. Грейс, я здесь. Направляюсь наверх. Эх, вот нам готовы. Бы сестру ночи с собой. Но, сэр, она не смогла, Грейс. Ай, жму со всей силы. Укуси его. Крон. Ты не получишь его. Сломать его надо было, и все. Я не позволю забрать детей. Он так дерется прям одной ручкой, вот как будто вот прям вот максимально, чтобы все поняли, что ему очень легко это дается. Прям. Сколько ненависти. Из тебя бы вышел превосходный инквизитор. Ты сильнее этого. Нет, нет! Да. Темная сторона силы. Она наполнена ею. Сэр, эй, послушай меня. Всегда есть выбор. Сэр.
Сейчас потонем. Веди, давай там делай вот это вот. Моторчик. Моторчик делай. Откуда ведьма умеет плавать? В этом мире нет воды. Эй. Эй, парень. Кэл. Кэл. Сера. Она жива. Жива. И ты? Я, говорит, жив. Получилось. У нас? Получилось. Полегче. А где все? Они там. Эй, куда? Погоди же! Прости. Там в воде была ты, да? Рада, что ты жив. Он не отходил от тебя. Так. Спасибо. Привет. Привет. Что теперь? Что ж, капитан, это конец моего фрахта. Ты выполнил свой контракт. Спасибо, Крис. Ну, если ты не против, я тут подумал, что, может, мне стоит остаться и отвезти вас куда захотите. Ну и парень вроде равняется на меня. А что с этим? Используем. Чтобы возродить орден. Следующее поколение джедаев. Империя охотится за нами. Будет и за ними. Жизнь каждого ребенка из списка будет изменена. Я тут ничего не понимаю. Где имена-то? Он разрушит? Их судьбы следует доверить силе. Все правильно. Я так же хотела сделать. Надо еще в это в муку истолочь это все и нормально. Так, так куда вот теперь? Все правильно. Хороший парень, прям молодец. Правильные вещи делает. Ой.